То есть больше 2 месяцев минуло с тех пор, как Нуржан Керменбаев и Макпал Исабекова презентовали свой совместный клип на песню «Айта Бермеша», ставший саундтреком к фильму «Зор». И вот, наконец-то, пришло время собирать первые плоды этой коллаборации. Видео, наконец-то, перешагнуло отметку в 1 000 000 просмотров. Айта Бермеша, сөзіңді алдамжы, біргіндік қайта келмеші, ұмытуға берші, мүмкінді. Вы этот клип уже смотрели? Если нет, то едва закончите смотреть наши новости, сразу же отправляйтесь в гости на наш официальный YouTube-канал Gaku TV. Там эта работа доступна абсолютно бесплатно и в любое время суток, из любой точки мира тоже. Мы вам всегда рады и припасли для вас не только дуэтную работу Нуржана и Макпал, но и многие другие работы отечественных звезд. И, конечно же, обязательно подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе всех самых главных новинок казахстанского шоу-бизнеса.